Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. В качестве барьерных мембран, а также в качестве пластического материала для создания объема прикрепленной или кератинизированной десны в системе отечественных продуктов торговой марки «Леопласт» используются мембраны из твердой мозговой оболочки размером 1 на 1, 2 на 2, 2 на 3, 3 на 3, а также 3 на 4 и 4 на 4 сантиметра. Все мембраны изготовлены из аллогенной лиофилизированной дураматор твердой мозговой оболочки. Для регидратации материала всегда используется капиллярная кровь пациента, собранная с первого разреза и разведенная в равных количествах физиологическим раствором. Препараты из твердой мозговой оболочки предварительно моделируются по краям. Острые края попросту срезаются ножницами до получения имплантата округлой или продолговатой формы. После этого твердая мозговая оболочка в сухом виде многократно перфорируется пародонтальным зондом. После этого твердая мозговая оболочка многократно перфорируется пародонтальным зондом до получения равномерно перфорированного имплантата. Одновременно с барьерной функцией мембраны из твердой мозговой оболочки приобретают дренажные функции. И весь эксудат, который формируется под мембраной, будет свободно диффундировать в обе стороны беспрепятственно, что будет влиять на миграцию продуктов распада, что будет влиять на миграцию продуктов распада и прочих соединений в микроциркуляторное русло для создания биологического эффекта. Итак, имплантат из твердой мозговой оболочки готов к регидратации. Мы регидратируем твердую мозговую оболочку в смеси капиллярной крови. Поскольку материал является лиофильно высушенным, то первая свободная жидкая фаза, в которую он будет помещен, будет активно всасываться в течение 2-3 минут. Это время нам и необходимо для регидратации мембраны и получения готового к установке имплантата. Твердая мозговая оболочка имеет обе активные поверхности, сторона которой мембрана будет размещена к принимающему ложу, особой роли не играет. Материал будет сохранять все свои свойства и отлично замещаться собственными тканями. Твердая мозговая оболочка фиксируется швами к надкостнице или винтами в операционном поле. При гидратации мембраны с твердой мозговой оболочки становятся эластичными и отлично моделируется по анатомии дефекта.